Сотрудники Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. В конце прошлого года в поле зрения правоохранительных органов попали два жителя города Димитровграда. Получив оперативную информацию, сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из уголовного розыска взяли подозреваемых в разработку. В ходе проведения оперативных мероприятий на ЖД вокзале города Димитровграда были задержаны данные граждане. В ходе проведения личного досмотра у них были установлены наркотики. В ходе проведения экспертизы и исследования было установлено, что это героин массой 85 грамм. Дома у подозреваемых оперативники обнаружили еще партию наркотиков, весы и другие предметы, изобличающие данных граждан в организации сбыта запрещенных веществ на территории города Димитровграда. Сейчас ведется следствие, выясняются каналы поставок и потребители. За данный вид уголовное наказуемое деяние предусмотрено от 15 до 20 лет лишения свободы. Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 4. Все исследования сотрудники линейного отдела проводят в отделении экспертизы. В лаборатории транспортной полиции есть все необходимые материалы, инструменты и оборудование. Криминалисты проводят здесь 13 видов экспертизы, исследований, после чего принимаются соответствующие процессуальные решения.